Марат Вазихович Кабаев, 1961 yil, 27 майда, Сурхандарё вилояти, Сарыосиё туманы, Узун шахрида туғилган, совет ва ўзбек футболчиси, СССР спорт устаси, 2017 йилнинг феврал ойидан буён, ўзи ташкил қилган Ислом бизнеси халқаро ассоциатсиясига раҳбарлик қилиб келмоқда. Hayotimizda sodir bo'layotgan hamma narsa yaxshilikka, ba'zan boshi berk ko'cha bo'lib ko'rinadi. O'xshamadi, amalga oshmadi. Boshi berk ko'cha emas, balki yangisining boshlanishidir. Hayotingizda biror narsani o'zgartirishdan qo'rqmang. Ba'zan bu foydali bo'lishi mumkin. Ba'zida hayotdagi kutilmagan burilish rejalashtirilgan intilishlardan ham ko'proq narsa olib keladi. Ushbu videoda Marat Vazihovich Kabayev bizga hayotidagi bunday kutilmagan burilish haqida gapirib berdi. Допустим, захотел там партнера найти, чек нажал, все. Вот здесь все партнеры, вот здесь инвестпроекты, если интересуют. Ну и, конечно же, когда я разговаривал с нашими братьями из Америки, они говорят, дайте нам, говорят, на английском версии, да, ну, чтобы перевод был. Нажал. Я говорю, давайте сделаем. Тяжело было там через Google, там, да, как переводчик Google, там этот, вот такой вот момент. Хотел бы так рассказать о том, что как вот у нас она начиналась, да? Начиналась она у нас с Казани. В Казани как раз я работал тогда в Рубин Казани, в футбольном клубе. Вот это знаменитый клуб. Ну, напомню, что когда-то самую сильную команду в мире, Барселону, именно и обыграла тоже вот такая команда, как Рубин Казань. И были чемпионами страны России. Вот, и кубок, суперкубок выигрывали. Вот, поэтому были, ну, как бы, такие моменты, да, и муфтий пригласил и предложил мне возглавить вот ассоциацию предпринимателей мусульман Российской Федерации. Я как-то на это смотрел, я говорю, вы извините, говорю, у меня вот футбол там, говорю, нужно все сосредоточиться на этом, да, у меня времени нет. Говорит, да, это, говорит, так, это же, говорит, общественная деятельность там. Проведете, говорит, какую большую конференцию в конце года. И ифтар сделаете какой-нибудь там, да, на месяц Рамадан. Вот. Вот. Я говорю, что, серьезно, вот это вот? Ну да, говорит, вот там, говорит, будете просто совмещать с футболом и общественная жизнь, такая деятельность. Ну ладно, говорю, давайте, хорошо, дал согласие. Потом, когда начал приходить часто уже в офис, да, вот, встречаться с братьями там, да, и это, говорить на тему, вот, что бы нам сделать, как бы нам развить ассоциацию. И тихо-тихо, так потихонечку общественная деятельность поглотила. Я уже на работу, как бы, ну так, да, там уже когда еще Курбан Бердыев ушел с команды, мне уже как-то, потому что он же меня приглашал, мне неинтересно было уже как-то находиться там, потому что уже на меня смотрели как на работника той команды, вот, и я все-таки пришел, принял решение, да, сказать, что извините, у меня другая деятельность, спасибо. Все. В 50 лет как вот уехал, да, с Ташкента, да, в Казань. Вот, когда я в Казани начал читать намаз, я начал покупать книги, да, и книги вот волны. Это, естественно, Коран, хадисы пророка нашего Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И ученых наших многих, очень интересные книги, которые действительно подняли вот этот вот такой вот дух, да, того, что вот есть вот ислам в нашей религии, и подняли дух красоты ислама, вот этого подхода, да. И когда начал читать вот намаз,
литературы любой другой. Говорим, и какие-то предрассудки у нас там, да, и какие-то моменты там, вот нужно сделать то-то, то-то, у тебя получится там, да, ну, как бы, такие суеверия, да, какие-то были же, все-таки у спортсменов тоже они есть, вот, и были, поэтому, когда от этого, от всего отказываешься, от суеверия, от сквернословия, от прелюбодействия, все, что запрещено Всевышним, ты отказываешься от этого, и тебе так открывается. Хвала Аллаху. С муфтями начал встречаться. Настолько действительно такие грамотные люди, настолько вот думаешь, это же вот все вот тоже дар Всевышнего Аллаха, да, вот то, что есть такие люди, которые привносят, да, то, что занимается дава, там, да, дава в исламе, что призыв в исламе. Вообще вот никто, вы знаете, вот никто, я вот просто хочу сказать, никакой не авторитет, никакой не этот вот, ну, чтобы там сподвиг там на такое, там, чтобы, да, вот Всевышний Создатель все, он показал, он дал, он, все, больше никто, никто, да, мы со всеми общаемся, дружим там, да, все у нас идет. Мероприятия проходят там или еще что-то. Только Всевышний. И вот ассоциацию, то, что было открытие, только с его созвали. Я же вот рассказывал, что не было ассоциации, ну, мусульманской, или исламской, я имею в виду, в Москве, вот, да, там, международная, там, вроде. Вот в Казани она была, Татарстан, в основном Татарстан. В России потом начинали уже, когда ездили. Да, она была там. Но потом вот этот вот скачок такой, чтобы ее сделать всемирным, международным. Это вот все это. Это я сейчас думаю, это при том, что вы из этих 5 лет 2 года во время пандемии выжили. То есть ограниченный до, это перелеты ограниченные там. Встречи, да, вы знаете, это же вот еще и тоже во время пандемии жили, вот. Но у нас же сразу, вы очень прекрасно понимаете, что онлайн конференции тоже так сблизили нас, сблизили, и вот сблизили именно народ, да, вот именно в помощи, и вот наша ассоциация, это просто, конечно, не все говорят о том, что там хотят говорить о том, что то, что делает правая рука, левая рука не знает, как в хадисе сказано. Да, вот. Их не хотят об этом афишировать. Я говорил, что нужно показывать пример, да, для тех, чтобы кто-то тоже как бы хороший пример был заразительный. Да, вот именно хороший пример. И поэтому, когда такие вот моменты были, представляете, мы столько конференций провели, там, друг друга видим, там, кто где там находится. До этого же, ну, не делали этого. Да. Если кто-то там на мероприятие приезжал, там, так вот только виделись, там, или по интернету, там, вообще нет, и все. А вот это вот, когда видеоконференция по Zoom, там, Zoom как раз появился, вообще супер, здорово. И очень удобно стало. Многие, конечно, там сразу рассказывали о том, что делились своим опытом, как во время пандемии они посетили. Всего лишь я прожил 17 лет в Узбекистане. 17 лет. Это вы больше, наверное, футбольную карьеру больше делали, чем я здесь прожил. Ну да. Здесь так. Ну, Ташкент, не знаю, вот я как в Ташкент переехал, считал его. Мы же раньше летали, ну, в союзные города, да, столицы союзных республик, 15 республик. И всегда говорил, что Ташкент самый лучший город. Самый красивый. Да. Ну, все-таки менталитет наш, то, что мы здесь родились, и
уважение друг к другу, уважение к старшим. Все же религия же отсюда, вот, отсюда же шла религия, ислам. Мир, где, да, переводится мир, благополучие, спокойствие. Ислам также переводится. Поэтому вот каждое, вот, каждое слово вот ученого вот, здесь же пропитано, говорю, вот, именно среди народа. И когда среди народа пропитано, дальше же идет. И когда, вот, допустим, выезжаешь куда-нибудь, в Москву, там, да, да, человек меняется там, да, где-то. Но если в нем будет религия, он никак не изменит себя. Изменит только в лучшую сторону. Мне рассказывали, что в Татарстане очень красивая вот эта республика. Я там ни разу не был, но все, кто был, там тоже говорят, это очень-очень такой многонациональный. Вы какое поколение узбекистанец? Ваш дедушка родился в... Нет. В Башкирии, да? Я родился. Мы дети здесь все родились. Вы здесь родились? Да. А отец у меня в 36-м году, он, они уехали вот именно недалеко от Булгар. Город Булгар, там недалеко есть деревня, где вот, ну, там родословные. Они переехали именно с дедушкой моим, да, ну, со своим отцом. Да, тогда, когда было раскулачивание. Много, конечно, там забирали, вот, и поэтому дед взял и всех вывез и уехали в Термез. 1936 году. Родился в Узуне, Сарайсийского района, Сурхандаринской области. Когда было мне 5 лет, мы переехали в город Динау, тоже рядом находится город, тоже очень красивый, очень такой интересный. Ну, на границе, если с Таджикистаном мы говорим, да, чаще, наверное, мы ездили в Душанбе, потому что у нас там дядя жил, и дачный поезд ходил, и автобусы, и такси, и машины, там только таблички висели, там Таджикистан, обратно возвращаешься в Узбекистан. Поэтому вот так вот жили. Ну, школу там закончили? Или... Школу, да, восьмилетку я закончил. Восьмилетку. Значит, хорошо помните этот город. Да, конечно, конечно. И вот тянет туда, надо вот приехать обязательно, навестить. Вот. Ну, знакомые только остались, родственников не осталось. Вот, знакомых. Дальше, вот после восьмилетки, я уже уехал в Москву учиться. Вот это у нас... Футбол там. Сарасури или что? Думаю, что вот послушав вас и послушав других людей, придут как. Да. Время придет. Да. Шаг. Да. Шаг сделать. И в Москве совершенно прибежит. Да. Мы говорим там, ну, мы можем быть причиной там как-то книгу дать или рассказать о том, что как вот я или другой там, да, пришел в ислам. Ну, в ислам. Это с рождения мусульмане. То, что когда встаешь на намаз, это вот, да, вот здесь вот. Здесь же самое главное, вот понять нужно, да, вот когда читаешь намаз, это такое одухотворение, вот после того, вот, когда ты это сделал, ты же вот поклоняешься Всевышнему. Да, ты просто вот когда там сачья пошел. И все, вот ты, ну, только ты с ним наедине. Только вот это вот. Нету никаких посредников. Нету.